Сейчас бы пригодилась твоя метла. Гарри! Что такое? Они пришли за Хагридом. Волшебники из министерства и Амбридж. Что? С ним все в порядке? Хагрид сбежал, но профессор МакГонагал помогала ему. Она ранена. Мы должны что-то сделать. Надо сходить в хижину у Хагрида. Вдруг там остались доказательства того, что он помогал Дамблдору с великанами. Очень хочу попасть в Хогсмид. Ты пойдешь? Меня сейчас одно занимает. Отец обещал достать билеты на матч с сборной Ирландии. Нужно пойти в хижину Хагрида. Пароль? Лживый прохвост. Мне жаль Джоу. Ну да. Джоу не виновата. Они применили веритасерум. Нужно пойти в хижину Хагрида. Как по-твоему, куда ушел Дамблдор? Не знаю, теперь он занимается делами Ордена. Мясо с подливкой. Вкусно. Нужно пойти в хижину Хагрида. Что так долго добирался, Поттер? Что ты будешь делать без ручного учителя, Поттер? Что ты тут делаешь, Малфой? Пришел на праздник, как и ты, Поттер. В смысле, всем нам известно, что он был паршивым учителем. Но наконец-то это осознали и в министерстве. Малфой, придержи язык. Конечно же, министерству пришлось прислать в помощь профессору Амбридж пару волшебников. Этот полувеликан слишком туп, чтобы сообразить. Пора паковать вещички. Ну все, Малфой. Рон, не надо! Быстрее! Надо ему помочь! Экспеллиармус! Виктусенко! Смотрите, как осталось! Попробуй так сделать со мной! Поттер, думаешь, самый умный? Времена изменились. Теперь и МакГонагал тут нет, потому что она у Святого Мунга. Там же, где и все чокнутые. Сначала Дамблдор, теперь Хагрид и профессор МакГонагал. Что нам делать? Что-то однозначно надо. Мы должны помешать Амбридж. Найдем остальных. Пора показать Амбридж, кто настоящий хозяин Хогвартса. Акцию! Посмотри на карту мародеров. Так нам будет легче найти остальных ребят из отряда.
Гарри, Гарри, вон там! Колин, ты в порядке? Нет. Я не могу использовать заклятие, которым ты нас научил. И очень жаль. Я бы показал этим типам из инспекционной дружины. Ты знаешь, что они жалуются Амбридж на всех и каждого? Я знаю, Колин, но... Я хочу сражаться, как ты, или Рон, или Гермиона. Фред и Джордж сказали, я это могу. Они дали мне вот эти коробки с шоколадом для инспекционной дружины, а я даже не могу добраться до Советника. Я тебе помогу. Что? Правда? Да. Но почему Фред и Джордж хотят послать шоколадки инспекционной дружине? Да это вовсе не шоколадки. На самом деле это ужасно громкие громовещатели. Как только ребята из инспекционной дружины откроют посылки, громовещатели начнут орать и ругаться. Фред и Джордж такие молодцы. Нам просто нужно попасть внутрь. Да кто... Надо найти тех, кто в отряде Дамблдора, и убедиться, что с ними все хорошо. Я тоже не могу открыть дверь. Наверное, Амбридж ее заперла. Может, ее взорвать или вызвать тролля, и он сорвет ее с петель, или... Нет. К тому же Амбридж наверняка наложила на дверь защитное заклятие. Я об этом не подумал. Я хотел забраться наверх. Думаю, наверх полезу я. А ты сможешь передать мне коробки. Круто. Спасибо, Гарри. Гарри, ты меня спас! Подожди, вот услышит об этом Деннис, лопнет от зависти. Представь, ты отсюда падаешь. Круто, да? Так же круто, как быть птицей. Конечно, только пока не расшибешься об землю. Представь только, какие у них будут лица. Ох! Гарри, берегись, Соф! Ох! Классно, Гарри! Залезай внутрь и крикни мне, когда спустишься вниз. Хорошо! Эй, ты там? Готово! Ого! Ты все-таки сумел забраться туда! Вот это был подъем! Спасибо! А теперь передай мне коробки, пока Амбридж нас не поймала! Хорошо! Вингардиум Левиоса! Она уже... Ох ты! Пути! Поймал? Да, спасибо! Осторожно! Может, Амбридж наложила на дверь какое-нибудь сторожевое заклятие? Фред и Джордж говорили, что коробки нужно класть в пустые ниши. Часть их на нижнем этаже, а есть еще на верхнем и там, где стропила. Вингардиум Левиоса! Давай коробку! Прекрасно! Вингардиум Левиоса! С нижним этажом я закончил. Я знал, что ты это сделаешь. Там наверху есть еще ниши. Вингардиум Левиоса. Колин, давай коробку. Хорошо. Вингардиум Левиоса. Ага, передавай последнюю. Отлично, Гарри. Вингардиум Левиоса. Вингардиум Левиоса. Готово. Я лезу назад. Отлично, Гарри.
Теперь инспекционная дружина получит свое. Подожди, Филч идет. Лезь в самое верхнее окно, скорее. Окно слишком высоко, я не доберусь. Фред и Джордж сказали, что тут многое нуждается в ремонте. Найди, что починить, и доберем. Что ты будешь делать после сов? Останешься в Хогвартсе? У меня сов в следующем году, но я еще не выбрал предметы для жаба. А ты, Гарри? Я не могу сейчас думать об экзаменах. Колин, я вишу на стене. Ого, чуть не сорвался. Сейчас бы пригодилась твоя метла. И почему это Амбридж запретила тебе играть в квиддич? Ты ведь лучший игрок нашей команды. Смешно. Сов называется сов, будто в Хогвартсе мало сов. Интересно, сколько сов смогут сдать сов? Как ты думаешь, если отсюда упасть, успеет ли вся жизнь пронестись перед глазами? Гарри, твоя жизнь, кстати, очень крутая. Отлично, Гарри! Громовещатели промоют уши придуркам из инспекционной дружины. Колин, ты молодец! Да? Спасибо, Гарри! А теперь сматывайся отсюда, пока Филч не пришел. Ладно, спасибо, Гарри! Ух ты! Я помог Гарри Поттеру! Деннис обзавидуется! Ужасно! Если мы хотим проучить Амбридж... Нужно отыскать других на карте мародеров. Посмотри на карту мародеров. Так нам будет легче найти остальных ребят из отряда.